После драматичного развода с Денисом Матросовым, Мария Куликова поставила крест на своей личной жизни. Долгое время актриса считалась матерью-одиночкой, но год назад все круто изменилось. Как выглядит новый муж артистки и ее подросший сын? Родилась будущая актриса в столице в 1977 году. Произошло это в интеллигентной московской семье. Бабушка Маши была деканом столичного Гнесинского училища. Она возглавляла вокальный факультет. Отец девочки был певцом. Он работал в течение многих лет на гостелераде, а затем пел в церковном хоре. Мама Маши трудилась инженером. Вся семья была очень увлечена музыкой, но, несмотря на это, Маша не научилась играть на фортепиано в детстве и впоследствии очень об этом жалела. С 10 лет девочка занималась в театральной студии. Самой первой ей досталась роль сказочной Бабы-Яги. В выпускном классе перед Марией встал вопрос, какую профессию выбрать. Выбор девушки пал на юридический факультет, в то время эта профессия пользовалась спросом. Куликова распрощалась с театральным кружком, поступила на курсы МГУ и усиленно занималась с репетиторами. Но гранит юридической науки никак не поддавался. И девушка решила попытать счастье на прослушивание в театральное училище имени Щукина и, играючи обойдя многих претендентов на место, стала студенткой курса Евгения Князева. Когда Мария поступила, уже не так страшно было признаваться родителям, что она выбрала другой, неожиданный для семьи профессиональный путь. Отец и мать отнеслись с пониманием, от девочки, росшей в такой творческой обстановке, трудно было бы ожидать чего-то другого. Учеба давалась легко, а по окончании Марию Куликову зачислили в труппу Академического театра «Сатиры». На первую в ее жизни роль в киноактрису тоже пригласили сразу после вуза. Вот только почти 5 лет роли во всех фильмах были эпизодическими, и статную красавицу никто особенно не замечал. Все изменил случай. Однажды Мария пошла на кастинг очередного сериала и только после прослушивания в студии поняла, что ошиблась павильоном и попала не на тот кастинг. Куликова устремилась на нужный, но там пробы провалила. Грустная, она вернулась домой, но тут позвонили помощники режиссера первого случайного прослушивания. Мри утвердили на роль в сериале «Две судьбы». Сначала Куликову брали на одну из эпизодических, но последующая работа с режиссером открыла в артистке больший потенциал, чем он ожидал изначально, так актрисе предложили главную роль. Вышедшая в 2009 году картина «Доярка» из «Хацапетовки 2. Вызов судьбе» принесла и без того востребованной актрисе новую волну оглушающей популярности. При создании сериала съемочная группа продемонстрировала креативный подход к решению задач. Тайгу успешно заменили лесами под Киевом, а главные героини Куликовой и Евгении Осиповой научились доить коров. Проект продемонстрировал высокий рейтинг и растянулся на 4 сезона. Актриса не считает работу в сериалах недостойной внимания хорошего исполнителя. По ее мнению, любой сюжет должен быть рассказан с душой. С годами амплуа Куликовой не меняется. Все та же любящая, понимающая, сильная сторонница справедливости. Сериал «Две судьбы» для Марии стал судьбоносным не только по причине обрушившейся на ее голову популярности. Своего супруга Дениса Матросова она встретила именно на съемках этой картины. Интересно то, что их встречи могло и не быть, ведь по чистой случайности Мария перепутала адрес и приехала на съемочную площадку «Двух судеб», хотя планировала пробоваться на другой проект. Девушку утвердили на роль, а ее партнером по съемкам стал Денис Матросов. Стоит отметить, что к работе оба актера приступали безо всякого энтузиазма. Дело в том, что Матросов только что окончательно расстался со своей гражданской женой Людмилой Татаровой, которая родила ему сыновей-близнецов Юрия и Владимира. Но пара распалась, и пресса принялась обвинять артиста в том, что он бросил жену с 2 детьми и отказывается им помогать. Сама же Куликова тоже переживала расставание с парнем, правда, детей совместных у них не было. После тяжелого съемочного дня Мария и Денис встретились в кафе, где за ужином поделились своими проблемами. Именно в этот день личная жизнь Марии Куликовой начала постепенно меняться. Сначала между актерами были лишь дружеские отношения, но затем закрутился настоящий роман. Мария Куликова и Денис Матросов встречались около 3 лет и совершенно не планировали официально оформлять свои отношения. Но первой не выдержала актриса. На одной из прогулок она встала на колено и сделала возлюбленному предложение.
Только тогда Матросов понял, что пришла пора отправляться в ЗАГС. В 2003 году влюбленные сыграли скромную свадьбу, явившись на церемонию в белых футболках и джинсах. Никаких застолий и соблюдения всех традиций не было. Актеры просто расписались и отправились по своим делам. Больше 10 лет они считались одной из самых крепких пар российского кинематографа. Да и сами супруги первое время не уставали рассказывать в интервью и соцсетях, как они счастливы вместе. В 2011 году у Марии родился сын, которого молодые родители назвали Ваней. Казалось бы, появление долгожданного малыша должно еще больше скрепить семью. Но получилось наоборот. И в 2015 году, когда Ване было всего 4 года, Куликова и Матросов объявили о расставании. Позже Мария прокомментировала развод. Просто начали возникать ссоры, пропало прежнее взаимопонимание. В какой-то момент в доме появилась пустота, и мы не захотели в ней жить. Слава богу, смогли сохранить хорошие отношения, рассказывала актриса. Вскоре после того, как супруги развелись, Денис вступил в новые отношения, в которых у него родился ребенок. Мария же долгое время оставалась одна. Ее личная жизнь постоянно активно обсуждается зрителями. Актрисе приписывали отношения с партнером по съемочной площадке сериала «Склифосовский» Максимом Авериным. Сама же Мария заявляет, что между нею и Максимом существуют только дружеские отношения. В начале 2018 года Мария обмолвилась, что уже в течение длительного времени не считается матерью-одиночкой. В ее жизни есть любимый мужчина, который научил радоваться каждому дню. С избранником артистка нередко отправляется в путешествия как по родному краю, так и за границу. Осенью 2023 года Мария объявила, что снова состоит в браке. Она так и не назвала имя избранника, но уточнила, что это тот самый человек, с которым она находится в отношениях уже больше 9 лет. «Я не рассчитывала на полноценную жизнь после развода, даже ремонт в доме делала с ощущением, ну все, конец, теперь сконцентрируюсь на сыне и творчестве». А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь. «Мы уже официально женаты, но не афишируем это», — рассказала знаменитость. Сейчас Марии Куликовой 47 лет.